Значит, день четвертый. Мы решили пройтись в лес, попробовать найти какие-то грибы, землянику. Может, что-то еще вкусненькое. В принципе, уже сезон черники. Если повезет, найдем что-то. Обязательно об этом сниму. Мы нашли здесь чудо-качель при входе в лес. Просто офигенная качелька. Отрывки бешенства на ней я вставлю в видео. Ребята, даже в таком сказочном месте, как лес в Орохте, есть свиньи, которые вечно после себя оставят вот такой срач. Хочется сказать, чтобы ему руки подсыхало. Это ужас, просто ужас. Короче, пошли мы в лес, ничего не нашли. Это вообще какой-то не лес, а посадка какая-то получилась. Кусты черники есть, но они уже как будто очищены все, уже собирали чернику. Или кто-то ее потоптал. Ну, короче, непонятно. Ничего, мы не нашли ни одного грибочка, ни черники, ни земляники, ничего. Сейчас мы идем на виадук, это такой мост. Идем мы по рельсам. Корова сделала забастовку, перекрыла дорогу цепью. Две машины не могут разъехаться. Ребята, чтобы вы понимали, какие здесь огороды, вот такие. Два квадратика просто с луком, с какой-то зеленью. Ну, в принципе, и все. А у нас картошки 20 соток, блин. Там кукурузы еще 5 соток и всего остального. Я не знаю, где они тут картошку берут. Наверное, им завозят. Но они без фанатизма к огороду относятся. Мы хотим подняться на этот мост, на виадук, и по той дороге дойти до центра. Нам, получится, нужно идти до центра, потом от центра опять, ну, грубо говоря, делать круг и возвращаться к нам в домик.